Всем привет, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мой видео носит только информационный характер. Сегодня хочу поделиться с вами буксом без вложений, кликчейн. Значит, почти 14 тысяч юзеров, членов этих партнеров. Здесь можно перевести все, почитать. Выплачено $222. И что здесь? Здесь и Америка, и вот Российская Федерация есть. Это последние выплаты. Индонезия, Португалия, Аргентина. Здесь в этом буксе как бы со всего мира. Значит, платежные системы Payeer Perfect, Bitcoin. Так. Далее. Регистрация здесь, друзья, очень простая. Я на ней останавливаться не буду. На всякий случай проверьте почту. Не помню, приходит ли письмо на почту. Значит, я же зайду в кабинет по логину и паролю, заходим. Далее, что так вот наш выглядит кабинет. Здесь все просто. Значит, наша статистика. Так, основной баланс. Минимальный вывод отсюда $6. Да, друзья, многовато, но тем не менее. Значит, как просматривать рекламку? Нажимаем вот сюда Earn Money. Я вот на первую. И вот здесь не так уж много и рекламы, но как бы вот по 30 секунд и по 5 секунд. Давайте коротенько посмотрим, да? Я вам покажу. Капчи нет. Нажимаем на синюю вкладочку вот, где заглавие, далее на кружочек. Нас перебрасывает на страничку. Мы ждем. Загружается шкала. Капчи нет, ничего нет. Все, нам засчиталась денежка. Мы возвращаемся. И вот таким вот образом мы просматриваем всю рекламку. Ну и здесь вот афер, тут задания всевозможные. Я просматриваю только рекламы. Я не люблю эти задания. Адверсинг, это можем рекламить свои проекты, так как это букс, здесь форум. И вот здесь мой аккаунт. Ну вот это наш дашборд, где наша статистика, персональный сеттинг. Значит, смотрите. Здесь наши данные, пароль поменять, payment. Здесь прописываем платежные реквизиты. И когда будете прописывать платежные реквизиты, я вот прописала Payeer. Почему я здесь зарегистрировалась, я его удалила. Потом опять зашла, начала разбираться. Так как я прописала платежный реквизит, а Payeer я не поставила и нажала сохранить. Так. И я проверяю, что минимум сколько на вывод. Ну, а мне там пишут, что нужно обновить что-то типа платежную систему. Ну, я думала, надо пополнять. А вот вчера я поставила, значит, прописала платежный реквизит. И вот сюда нажимаем и выбираем, какой вы тут сохраняете. Хоть все сохраняйте. Я вот поставила Payeer и нажала сохранить. Ну, и все в порядке. Значит, Виндраф, самое главное. Вот, минимум на вывод $6. Переводим на русский. Вот, вам нужно $6, чтобы снять. Пока, ладно, давайте так. Вывод, партнерские баннеры. Значит, что здесь у нас баннеры? Да, так, а где у нас реферальная ссылочка? Показать оригинал. Да, вот, так, это баннер, друзья. Так, офикал баннер, members. Это здесь обновлять, я сюда не лезу, так как без вложений. Так, директ реферал. Здесь будут отображаться наши рефералы. Так, а где же партнерская ссылочка? Вот она. Линк наша. В кабинете находится реферальная ссылочка. Кто захочет приглашать. Ну, и в принципе, ну, здесь на этом все. Здесь эта статистика наша идет. Кому интересно, друзья, пользуемся. Неинтересно, проходим мимо. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.